Трамвай с символичным названием «Восток-043» готовится к выходу в свой первый рейс. Вагон украшает изображение советского летчика-космонавта Юрия Гагарина и его легендарное «Поехали». Разработка космического дизайна – это совместная идея трамвайного управления города и спонсоров – Салаватского химического завода. В честь 60-й годовщины первого полета человека в космос стилизованный трамвай стал подарком всем горожанам. Я уверен, что он станет своего рода изюминкой, достопримечательностью нашего города и будет радовать как жителей города Салават, так и наших гостей. Трамвай – это наша особенность, это то, что исторически связывало центр города практически с крупными промышленными предприятиями, поэтому очень символично, что именно трамвай был разукрашен в честь такого большого события. Через несколько минут этот вагончик выйдет в город, будут радоваться наши гости, жители нашего города, детишки. Ну и в повседневной жизни будем на каждый юбилей вот такие трамваи запускать. А сегодня запустили «Восток-043». Пассажиры почти как первые космонавты. Испытывают приятное волнение и чувствуют торжественность момента. А еще удивляются видом за окном. Это, конечно, не земля в иллюминаторе, но в город наконец-то пришла весна. С 12 апреля трамвай с новым оформлением осуществляет перевозку пассажиров на постоянной основе. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» человеком на борту. Продолжилось празднование Дня космонавтики на торжественном собрании работников Салаватского химического завода. Предприятие – тот самый проводник нашего города в космическую сферу. Ведь именно здесь уже более полувека производят продукцию для госкорпорации «Роскосмос» и Минобороны страны. На протяжении всей истории химзавода тема космоса присутствовала. И в последнее время наше предприятие административно перешло под управление Роскосмоса, в состав Роскосмоса вошло. И теперь это мы раньше его праздновали как причастные к этому празднику, а теперь его отмечаем как, в том числе как профессиональный праздник. В зале работники подразделений, руководители и ветераны. Звучат поздравления и теплые пожелания. Чтобы, знаете, вы получали удовольствие, удовлетворение от вашего труда. И осознавали, что именно ваш труд способствует прогрессу и движению вперед. Мы один из составляющих, значит, коллектива огромного комплекса Салаватского химического комбината, который исторически так или иначе стали также компонентом, составляющей, значит, этой огромной программы, которая сегодня развивается. Химическое предприятие входит в перечень стратегических организаций Российской Федерации. Есть задача наладить выпуск продукции и гражданского назначения. На заводе идет реконструкция производства. Планы на будущее большие. Но основы для развития такого гиганта положили ветераны отрасли. Об истории завода и его взгляды в будущее рассказывает книга «Акционерное общество Салаватский химический завод. Движение к новым горизонтам», которую презентовали на празднике. Ее авторами стали Юрий Чистяков и Раиса Зыкина. Книга отразила действительно и прошлое, и настоящее, и будущее. И стала памятником, да, словесным памятником для всех присутствующих и особенно для ветеранов. В профессиональный праздник принято подводить итоги и чествовать отличившихся. Среди награждаемых и Татьяна Ажиганова, которая 30 лет посвятила работе в лаборатории и каждый день наблюдает волшебство химии, выполняя очень ответственные функции. Мы вот именно качественный продукт задаем, как правильно вести режим технологический нашему технологическому персоналу, это операторам, машинистам. Поэтому мы стараемся очень квалифицированно, высококачественно выполнять свою работу. Праздник, который объединяет все человечество, наполняет особой значимостью и мероприятие. А космическая история продолжает свою жизнь в нашем городе. Зульфия Суйургулова, Алена Чернова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».